лагерях в плену я провел три года и десять месяцев, затем в аркутинских лагерях 8 лет и 9 месяцев. И, наконец, освободившись и приняв крещение в церкви города Варкуты, после длительных лет разлуки поехал на родину Вознесенск, где жила моя родная сестра. С ней я переписывался, находясь в лагере в Хальмер Ю. Тогда я просил ее разыскать в городе евангельских христиан. Она исполнила просьбу, нашла верующих, выслала мне адреса Вознесенской молодежи и пресвитера. Как я радовался письменному общению с народом Божьим. Духовными наставлениями они поддерживали мое упование и веру в Господа. И вот радостная, незабываемая встреча с Вознесенской церковью. Любя Господа, мы быстро слились в одно с молодежью, поскольку были родные по духу. Со школьных лет я играл на музыкальных инструментах. Мы купили гитары, мандалины, балалайки, и впервые в собрании зазвучала хвала Богу на музыкальных орудиях. Великая радость наполнила сердце всей церкви и особенно молодежи. Мне не хотелось оставлять дружную церковь и новых молодых христианских друзей, но я не рассчитался с работы на севере и был вынужден на время отлучиться. Сразу после моего освобождения начальник не хотел отпускать меня как специалиста, а тут я сам вернулся в Аркуту. Оставайся здесь, зачем тебе ехать куда-то? С каким-то особым расположением отговаривал он меня. Пришлось предъявить справку, что после смерти родителей, прописанным в их доме, числился только я, и поэтому право наследования осталось только за мной сестры и брат отказались от своей доли. Выслушав, начальник привел последние вески, как ему казалось, довод, в надежде, что это меня остановит. Николай, пожалеешь, а у нас все-таки свободнее, чем там? Я понял намек. На севере Комитет Госбезопасности действует слабее, чем на Украине и в центральной части России. Его предостижения меня не смутили, я уволился и, полагаясь на любящего Господа, поехал домой. Возвратившись, попросил церковь принять меня. Несколько месяцев испытания пролетели быстро, и Вознесенская община, тогда она насчитывала около 90 человек, единодушно приняла меня в свои ряды и сразу поручили работу с молодежью. Увлеченно и восторженно собирались мы на спевки, сыгравки и пели от души. Иногда наслаждались изучением Слова Божьего. Но чаще всего эти служения проходили в простых беседах по интересующим молодежь вопросам. Считая себя малосведущим в Писании, я не осмеливался проповедовать в собрании. Когда приезжали с молодежным оркестром в село, там проповедовал. Мы обычно предупреждали верующих заранее. Они к назначенному времени приглашали неверующих родственников и соседей в свои дома. Господь благословлял наше усердие. Среди посетителей было много сельской молодежи. Жажда, с какой они слушали проповеди и духовное пение от а таких же, как они, молодых людей, была очевидной. В те годы автобусное сообщение в области было развито слабо. В села за 18 километров от Вознесенска мы ходили пешком. Лишь некоторые из нас могли позволить себе отправиться на велосипедах. Иногда останавливались попутные машины, и тогда мы старались отправить сестер. Ближние села посещали после воскресного утреннего богослужения, а дальние – среди недели. Так с благовестием достигали Братский, Арбузинский районы, Марьяновку, Константиновку, Богдановку, Казубовку, Александровку. В своей жизни я видел много чудесных проявлений силы Божьей первые годы пребывания в Вознесенске оставили в памяти один из таких случаев. После сыгравки, обычно я уходил последним, пришел домой около часа ночи. Только уснул, как в двери кто-то постучал, и стук был такой силы, что окна задрожали. Я вскочил, в доме светло. Свет бил с улицы. Подбежал к дверям. Стучала и кричала моя сестра. «Коля, спасай, горим!» Ее дом стоял на противоположной стороне улицы, а рядом сток сена помолившись, я схватил ведро с водой и побежал. Горел не сестрин дом, а соседний. Крыши домов тогда почти у всех были из рогозы, высокая болотная трава. Легко воспламеняясь, она взлетела вверх и тлеющими огоньками падала, куда унес ее ветер. На стогу сена и на крыше дома сестры было уже много очагов возгорания. Если их обильно не полить водой, вспыхнет и дом». Муж сестры с ведром воды стоял на стогу и заливал огоньки. Меня попросили тушить крышу дома. Вода в ведре кончалась быстро, и курящаяся и возгорающаяся на лету трава падала и падала. Смотрю, внизу возле дома загорелся куст. Понял, что ведром воды мне этот дом не спасти. Взглянул на небо, ни одной тучки. Сияют ночные звезды. К тому же ветерок не предвещал дождя. Я помолился с верой, Господи, ты все видишь, помоги, ты все можешь. Вода в ведре снова моментально закончилась. Кричу, подайте воды. В трепетном ожидании взглянул на небо. Откуда-то появилось густое облако тумана и пошел тихий мелкий дождь. Постепенно набирая силу, он насытил водой все вокруг. Пламя стихло, и дождь перестал. Изредка взметнувшиеся вверх и падающие горящие соломинки тут же гасли, опускаясь на старую крышу. В умилении и внутреннем восторге я поблагодарил Господа за чудо Его милости, за услышанную молитву. «Кто я, Господи, что Ты меня услышал?» Пожарная машина, подъехав, окончательно затушила соседский дом. Родные, успокоившись, заносили в дом ценные вещи, которые в спешке вынесли на случай пожара, а я пошел домой. Лег, а уснуть не мог. Внутренний голос побуждал: Иди за свидетельствуй, что Бог совершил чудо, послал дождь. Я повиновался Пришел к сестре, они, сидя за столом, радовались, что пожар не перекинулся на их дом. Благодарите Бога, это Он послал вам дождь, иначе вы остались бы на пепелище, направил я их рассуждение в нужное русло, и рассказал, как Господь ответил на мою молитву. То-то, а мы никак не возьмем в толк, откуда среди ясного звездного неба набежала тучка и пошел дождь. Но они быстро забыли о милости Божьей. Лишь позже, когда сестра стала приближаться к Богу, она часто вспоминала этот случай и удивлялась, как Бог слышит молитвы своих детей. Решил я посетить родного брата, он жил в Кривом Роге, в квартире, полученной от производства. «Леня, мы братья, зачем ты один скитаешься? Переезжай ко мне, отремонтируем дом и будем жить вместе», — предложил я. Он согласился, переехал. Мы жили очень дружно, хотя он был неверующим. Вознесенский южный город, недалеко Черное море. Друзья из Варкутинской церкви приезжали к нам с семьями на летний отдых. Мы с братом принимали их в своем доме с радостью. Да и для церкви их посещение приносило ободрение, утверждение в вере. Молодежь с большим рвением вместе с ними ездила с благовестием по селам. Трудности я встретил с устройством на работу, хотя специальности у меня были – слесарь горного оборудования и сантехник шестого разряда. Шахт в городе, конечно, не было, а сантехники нужны всюду. Но куда бы я ни пришел, пока не наведут обо мне справки, берут документы. Через три дня приступайте к работе. В назначенный день прихожу неприятности. Извините, начальник оформил другого человека». «Николай, тебя нигде не примут с твоим прошлым. Устраивайся учеником по пошиву обуви. В кармане всегда будет копейка», — посоветовал мне верующий брат. Совета я прислушался, но ученику-сапожника платили в месяц 15 рублей. Из них еще высчитывали за бездетность. В 1956 году я решил жениться. Своей невесте, сестре в Господе Вале, я сказал, что мне предстоит 10 лет страдать за Господа. Прежде чем вступить в брак, ты должна об этом знать и с учетом этого принимать решение. Может быть, это лишь начало страданий за Христа, не знаю, но Господь открыл мне, что меня осудит на 10 лет. Согласна ли ты на такую тревожную жизнь? Что тебе, то и мне. Все в руках Божьих, услышал я в ответ. Господь на всю жизнь соединил нас, подарив единое сердце и один узкий путь следования за Христом. Опережая события, скажу, спустя 12 лет, когда в семье у нас было уже 8 детей, меня, как служителя церкви, осудили на 10 лет лишения свободы в исполнение откровения, которое Господь открыл мне еще в Аркуте. Семья увеличивалась, содержать ее на 15 рублей в месяц я не мог. Решил шить и продавать обувь на рынке. К тому времени я стал мастером пошива. Но реализовать свой труд не позволяла милиция, нужно было еще и им платить. В поисках подходящего места я подрабатывал в бригаде ремонтно-строительного управления и каменщиком, и штукатором. Через время узнал, что в городском домоуправлении срочно требуется сантехник. Зашел в отдел кадров. Женщина пристально посмотрела на меня. Оказалось, мы были одноклассниками. Она меня узнала, и я ее вспомнил. Бегло просмотрев мои документы, она поспешила доложить начальнику и, видимо, хорошо отозвалась обо мне. «Выходите на работу», — уверенно сообщила она, вернувшись от начальника. «Сначала я обслуживал четыре котельные, затем за мной закрепили и остальные пять. Летом я исправил все неполадки, и к следующей зиме на работу котельных не поступило ни одной жалобы». С работой все уладилось, неожиданно возникли сложности с родными с сестрами. Они не захотели, чтобы неверующий брат Леня жил в родительском доме, и сестра потребовала свою часть неприятно. Ведь я же Леню сорвал с хорошей работы. Он оставил квартиру в Кривом Роге. Собрав всех родственников, я сказал, «Я дарю Лене свою часть, а себе найду что-то другое». Бог помог мне купить землянку. Брат остался жить в родительском доме, выплатив сестре ее часть. Конфликт был исчерпан, не разгоревшись. Слава Богу! В 59 году пресвитер Вознесенской церкви старец совсем ослеп. Вместо него рукоположили некоего Коваленко. Он сразу предупредил меня. «В село для посвящения верующих и проповеди Евангелия больше с молодежи не выезжайте». Слова запрета звучали как-то резко и непререкаемо. «Почему?» – опешил я. «Запрещает рай с полком. До них дошел слух, что вы агитируете людей в свою веру. Безбожники могут много наговорить, но вы же знаете, что мы делаем святое дело. Мы пообещали приехать в село со струнным оркестром. Я тебе сказал, чтобы посвящение ты больше не устраивал, категорично заявил пресвитер. Это же запрет благовествовать. «Если бы тебя вызвали в два часа ночи в посадку, как меня, ты бы не так заговорил». С горечью и бессилием открыл он мне тайну. «Мы же призваны возвещать о Христе», — пытался я его как-то ободрить. «Ты молодой и не понимаешь, что из-за этих ваших благовестий на дверь молитвенного дома повесят замок. А если на сердце христиан повесят замки?» «Ты не высокомудрствуй. Посмотришь, вся вина за благовестие в селах ляжет на тебя». После этой беседы пресвитер пригласил меня на церковный совет, куда входили 20 учредителей, на которых была зарегистрирована община. Это были старые члены церкви, которые в 20-е годы, за слово Божье, скитались по тюрьмам и ссылкам. Слушая доводы пресвитера, все они обреченно молчали. Смутился и я. Может, действительно неверно понимаю Писание? Не сориентировался в сложившейся вокруг церкви обстановки. Снова и снова вникал в Писание, исследовал себя и утвердился в духе, что повеление Божье нужно исполнять и в смутное, и в благоприятное время. Несмотря на это, все же пришлось подчиниться. Не стало молодежь благовествовать по селам, а сердце томилось по общению со святыми. И мы собирались в городе у престарелых братьев и сестер. И эти встречи запретили. Дух молодежи был стеснен. Всякое святое дело подавлялось. Мне поручили вести духовную работу с молодежью, но даже самая малая добрая инициатива вызывала недовольство и возмущение служителей церкви. Искренне покаявшиеся молодые братья и сестры со своими переживаниями шли ко мне. Что делать? Как только я подал в церковь заявление на крещение, работники КГБ приходят на работу и переубеждают, чтобы бросил эту веру. Я знал, что некоторым молодым друзьям по нескольку лет отказывали в крещении и спросил об этом пресвитера. «Что мы можем сделать?» – беспомощно развел он руками. «Как уполномоченные и КГБ узнают, что молодежь желает принять крещение?» – спросил я. «Их заявление мы отдаем в райисполком», – просто как о самом заврядном деле пояснил служитель. «Они запрещают, и я не имею права крестить молодежь». Меня в Аркуте крестили, не спросив никого. Всякая власть от Бога, нужно об этом помнить. Кто не подчиняется власти, тот не подчиняется Божьему установлению, наставлял меня пресвитер, будучи сам наставлен неверно. На истинное служение Богу в церкви с каждым днем налагались все новые и новые ограничения. Запретили детям и молодежи до 18 лет присутствовать на богослужениях. Согласиться с доводами служителей, что это верно, я не мог. На память приходили слова старцев из аркутинских лагерей, которые десятилетиями томились в неволе за Слово Божье. Решил я поститься и молиться и просить у Бога ответа. Как нести служение в такое мрачное для церкви время? Много плакал, проверял свое состояние и умолял Господа открыть свою волю. В журнале ⁇ Всех Б ⁇⁇ Братский вестник ⁇ я прочитал о том, что скоро выйдет новое положение ⁇ Всех Б ⁇ с которым не все верующие согласятся, но оно все-таки будет предложено народу Божьему, и каждая церковь должна его принять и в соответствии с этим документом вести служение. Я понял намек, что в жизнь церкви хотят внедрить что-то опасное. А когда удалось прочитать текст этого документа, стало ясно – церковь направляет на путь отступления. Скорбь объяла душу. Стал говорить об этом верующим. Вижу, никто не придает этому особого значения. Брат Диакон с ним я всю ночь провел в беседе. Успокаивал меня и твердил одно – дорожи временем. Хорошо, что так происходит, а не хуже. Такие советы не успокоили мой дух. Решил я поехать в Москву к генеральному секретарю всех Б Александру Васильевичу Кареву, проповеди которого я любил читать в журнале. От него я услышал тоже. Мы должны подчиняться власти, власть от Бога. Христос сказал, не препятствуйте детям приходить ко мне, а служители не допускают их в церковь. Они же нарушают священное писание, приводил я свои доводы. Александр Васильевич уверенно сказал то было одно время, а сейчас другое. Исход беседы крайне удивил меня. С тяжелым сердцем я вернулся в Вознесенск. Вскоре нашу общину посетил старший пресвитер по области Калибабчук. Ему, конечно, рассказали о том, что я докучал местным служителям своим несогласием с новыми порядками в церкви, и он пожелал побеседовать со мной в присутствии других братьев. Беседа была трудной. Я четыре года как член церкви, а у них христианский стаж не один десяток лет. Они доказывали, что существующим властям нужно повиноваться. В духе я не соглашался, так как понимал, что в делах веры власти не могут требовать повиновения от христиан. После беседы Кали Бабчук попросил местных служителей быть снисходительными ко мне. «У брата Бойко первая любовь к Богу. Вы особенно не нажимайте на него. Приголубьте его. Пройдет немного времени, он поостынет, утихнет и успокоится». Все эти годы я поддерживал письменное общение с братьями в Аркутинской церкви и, конечно, сообщал о ходе дела Божьего в наших краях. «Николай», — пригласили они меня письмом, — «приезжай, мы соскучились по тебе». Жена не возражала, — «езжай, хоть немного развеешься от всех переживаний. С детьми я справлюсь». У нас тогда родился четвертый ребенок. Встреча с друзьями была радостной я подробно рассказал о сложной обстановке духовной жизни в общине. Для них это не было новостью. Наши братья бывали в других церквах. Что-то непонятное делается по всей стране. Озабоченно вздыхали в аркутинцы. А что именно происходит, не могли понять, и какой совет мне дать, не знали брат, ответственный за Варкутинскую церковь, предложил мне книгу Каргеля «Свет из тени будущих благ». Прочитав несколько глав, я настолько увлекся, что не мог оторваться. Как бы я ни старался, но все сохранить в памяти невозможно. А истины, изложенные в книге, важны не только для меня». По возвращении домой я хотел передать их народу Божьему в своей церкви и попросил у брата разрешения переписать книгу. Купил три общих тетради в клеточку и мелким почерком писал днем и ночью Ни спать, ни есть мне не хотелось, хотя я и не такой уж писарь, но рука не уставала Чтобы не тратить время на дорогу, я оставался на ночь в том доме, где проходило очередное богослужение И ночь напролет писал За месяц исписал три тетради по 90 листов Драгоценная книга была в моих руках. Счастью не было предела. Какое глубокое назидание от Бога я получил через этот великий труд дорогого Ивана Вениаминовича Каргеля. Брат, видя мою жажду, принес другую книгу этого же автора. «Толкование на откровение ты читал?» «Нет, я тут же принялся за чтение. Через мысли, изложенные в этой книге, Господь открыл мне, что отступление от евангельской истины – грех. Я понял также и немало этим ободрился, что стою на правильном пути. Начал я переписывать и эту книгу, но успел всего несколько глав. Из дому пришла телеграмма. Просили поскорее вернуться. Брат отдал книгу, чтобы я окончил писать ее дома. Потом через приезжавших ко мне вернул книгу хозяину. Возвращался я через Москву и хотел заехать к тете в Загорск, 80 километров от Москвы. Поезд проезжал эту станцию, не останавливаясь. Я переживал, что придется электричкой добираться в Загорск и потерять много времени. И помолился. «Господи, помоги! Для тебя все возможно!» Поезд, миновав станцию, шел уже по городу и вдруг стал резко притормаживать и остановился. Быстро собрав вещи, я попросил проводника открыть мне двери. Он сочувственно открыл. Я с подножки прыгнул в сугроб. Была зима, и тут узнал причину остановки. Впереди с отвесной снежной насыпи на рельсы скатился пьяный и никак не мог выкарабкаться, чтобы стать в безопасном месте. Так Господь ответил на мою молитву. Я был весьма благодарен и радовался этой милости Божьей, как дитя. Прибыв из Загорска в Москву, я зашел к Кареву, но уже в приподнятом духе. Александр Васильевич, обратился я к нему, я много прочитал ваших статей, раньше вы писали одно, а теперь говорите другое. Было время, как мы понимали, так и писали, а сейчас время власти, и мы должны ей подчиняться. Так они же запрещают проповедовать Слово Божье погибающим, и наш пресвитер тоже не разрешает. Нужно их слушать, дорогой брат, так кого же больше, Господа или братьев? Слушай старцев. Они отсидели в вузах за верность Богу. И неужели ты думаешь, что хуже тебя понимает Писание? Ты же еще молодой. Не думая, что они хуже понимают, но Слово Божье призывает проповедовать Евангелие, а они убеждают нельзя. Дорогой брат, все-таки повинуйтесь им. Если возникнут трудности, обращайтесь к областному пресвитеру. Беседуя о наболевшем со старшими служителями, я попадал в порочный круг сообща, совершая преступное дело, удушение церкви, они отсылали меня один к другому. Мне трудно было найти выход из замкнутого на отступнических понятиях круга. 59-е и 60-е годы были временем моего самостоятельного духовного становления. Читая священное писание, я утверждался, что нужно, невзирая на обстоятельства, повиноваться Богу. Часто пребывал в постах и молитвах. После моей второй беседы с Каревым в Вознесенск снова приехал Калибабчук. Долго беседовал со мной, а потом вызвал на совет двадцатки. «Ты не идешь с нами в ногу, говоришь всем, что мы идем путем отступления. Это мне было поставлено в вину». И 1 мая 60 -го года на членском собрании меня отлучили за неповиновение власти и церкви. Печально сердце легла большая, но отчаяние не захлестнуло дух. В спасении Божьем и в присутствии Христа со мной я не сомневался. Богослужение посещал и после отлучения, но с кафедры раздавались непонятные нападки. Раскольники, они церкви разрушают. Кого проповедники так называют, я не понимал, и в то время ничего не знал о раскольниках. Томясь с душой, поехал в Одессу. Одесских служителей я знал заочно, слышал о них добрые отзывы. Пришел в дом к Николаю Павловичу Шевченко. Он только вернулся из поездки в Киев. Познакомились. С первых минут между нами возникло широкое доверчивое чувство. Я ездил в Москву ходатайствовать об отнятом Одесском молитвенном доме. Никто не обращает внимания на нужды верующих, горевал брат. Направили меня в Киев, а там служители посоветовали. Собирайтесь по домам и будьте довольны, что хотя так сможете общаться. «А меня уже отлучили», — добавил я переживаний брату. «За что?» — объяснил. «Надо поехать побеседовать с вашими братьями». Надеялся он найти взаимное понимание с ними. И вскоре в Вознесенск приехали Степан Никитович Мисирук, Николай Павлович и еще трое братьев. Проповедовать им мне предложили. В конце собрания приехавший брат передал привет и спросил, «Скажите, пожалуйста, за что отлучили брата Бойко?» За то, что не подчиняется закону и не слушает церковь, ответил пресвитер, а всему собранию пояснил, это приехали раскольники. Братья пытались что-то объяснить, но пресвитер непочтительно прервал их, не дав ничего сказать народу Господнему. Молодежь вознесенской церкви любила меня, но открыто поддерживать боялась, так как служители предупредили и молодежь, и их родителей, чтобы опасались общаться со мной. Одесские братья приезжали повторно, но на этот раз пресвитер не принял от них даже привет. По окончании собрания во дворе молитвенного дома братья спросили членов церкви. Брата Бойко отлучили за грех или за что-то другое? За то, что не слушается братьев, не исполняет законодательство, объяснили одни. Брат Николай прав, он стоит на верном пути. Робко отозвались скорбящие об отступлении руководящих служителей от истины. Приезжие братья дали некоторые пояснения. Не крестить молодежь, запрещать детям присутствовать на богослужении, не проповедовать грешникам о Христе – это грех. Это вопреки Писанию. Если безбожники принуждают нас нарушать Слово Божье, то в делах веры мы не должны их слушать, как некогда апостолы. Выслушав наставление, искренние души ободрились и открыто говорили, «Значит, брат Коля прав, повинуясь больше Господу, чем людям». За такие высказывания сначала отлучили семь человек, а потом еще семь, в основном отцов и матерей многодетных семей. В собрании по-прежнему вместо проповеди с кафедры порочили раскольников и меня. Я решил не посещать собраний, так как из-за меня люди не могли послушать Слово Божье, а только клевету на верных последователей Христовых. Отлученных оказалось 15 человек. Одесские служители посоветовали нам собираться отдельно. Чаще всего богослужения проходили в моем доме, и к общей нашей радости на них присутствовало много детей». Бог явил нам милость. Начались благословенные занятия с детьми. В любую погоду родители приводили детей на собрание. В зарегистрированное общение быстро заметили эту отрадную перемену и стали приходить с детьми на наше богослужение. Родители сразу отлучали, а наша группа пополнилась, 23 члена церкви, и укрепилась духовно. Почему у отделенных – Присутствуют дети на богослужениях, а у нас нельзя, спрашивали служителей в зарегистрированной общине. Они забеспокоились, вызвали Калибабчука, пожаловались, что из общины уходят люди, и он, к удивлению, разрешил приводить детей в молитвенный дом. «Вы отвечаете за своих детей перед Богом», — сказал он. Члены церкви из нашей группы искренне порадовались этой перемене. «Не вернутся ли нам в ту церковь? Вдруг и молодежь крестить разрешат?»

Давайте повременим. Может, это просто недобрый маневр, чтобы верующие не соблазнялись и не переходили к нам. Предостерег я от поспешного шага. И точно, видя, что никто из отлученных и ушедших раньше не возвращается в зарегистрированную общину, Калибабчук с кафедры объявил, «По законодательству о религиозных культах мы не имеем права водить своих детей на собрание. Тогда я разрешил вам по собственной инициативе, но сейчас нам категорически запретили. Воспитывайте детей дома. Господь сохранил нас от неверного шага, потому что с любовью надзирал над нами. Вместе с малолетними детьми мы проводили богослужение и прославляли Господа. Изменения произошли в моих жилищных условиях. Землянка, в которой мы ютились от ветхости и сырости, завалилась так, что от нее осталась гора земли. Слава Богу, детей не засыпала. Жена успела выскочить только с Библией. Всю нашу нехитрую мебель буквально раздавила. Детей мы временно разместили у соседей, а сами остались в уцелевшем коридорчике. Средств на приобретение дома не было никаких. Моей малой зарплаты хватало только прокормить семью, а сотрудники милиции непонятно почему угрожали и заставляли приобрести жилье. Господь не оставил нас. Когда я рассказал о своих обстоятельствах на работе, мне посоветовали в бюро инвентаризации при Горсовете взять план на строительство дома. Я взял, и меня прописали согласно этому плану. Но на какие средства строить и из чего? Господь со своей чудной заботой и здесь вышел навстречу. На работе нам выдавали на дрова бревна и доски из разрушенных аварийных бараков. Их обычно отгружали напиленными. Я попросил отдать целыми и постепенно собрал необходимый стройматериал. Церковь наша была дружная. В больших работах мы помогали друг другу. Когда я приступил к строительству, то Бог положил на сердце все делать самому. Помогали мне только мой родной брат и дядя. Верующие сначала обижались. Почему пренебрегаете нашей помощью? Но позже поняли, что так было нужно. Позднее во время суда меня усиленно допрашивали, кто тебе помогал строить дом. Пришлось брать свидетели соседей и родного брата, что верующие не помогали. Недруги, по-видимому, намеревались конфисковать дом и оставить мою большую семью без крова. Но Господь раньше об этом позаботился и побудил меня строить самостоятельно. Дом с помощью Божией я построил. Купили мы много стульев, я сделал небольшие скамейки для детей. И первым делом пригласили проводить у нас богослужение. Всем было и просторно, и уютно. Радостно мы восхваляли Бога вместе со всей церковью. В 1961 году Бог воздвиг в нашей стране великое пробуждение своего народа. Вознесенская группа верующих с радостью откликнулась на призыв Господа через инициативную группу. Включилась в ходатайство о созыве чрезвычайного съезда церкви ЕХБ, от всего сердца приобщившись к гонимому братству, к его страданиям и трудностям. С безудержной яростью ополчился враг душ человеческих наскорбящих скорбящих о разрушенных святынях Господних я встречался с одним из братьев возревновавших о деле пробуждения мы обменялись адресами в шестьдесят втором году его арестовали и ко мне нагрянулись обыском начальник кгб города николаева зампрокурора города вознесенска сотрудниками милиции муж приезжает на обед домой выясняли у жены непрошные гости нет почему далеко ездить Начальник КГБ дал команду сотрудникам милиции. Те вызвали меня с работы, посадили в бобик и, как ни в чем не бывало, выпустили у калитки. Зачем обманываешь, что муж не приезжает на обед? С детской усмешкой упрекнул он жену. Вы его привезли, вот он и приехал, спокойно ответила жена, хотя взгляд ее был встревожен. Приступайте к обыску, приказал начальник КГБ своим сотрудникам. У вас есть санкция прокурора? Пытался я остановить их. С нами зампрокурора, и этого довольно. Даже в присутствии самого прокурора и то нужно официальное разрешение. Приведите понятых. Не обращая внимания на мои протесты, распорядился начальник КГБ. А вы, указал он на меня и жену, приберите детей к рукам. Мы усадили детей на кровать рядом с собой. Начальник сел за стол, вынул из кармана пачку сигарет и демонстративно закурил. «Прошу вас в моем доме не курить». Я нахожусь на рабочем месте и имею полное право делать, что захочу. В своем кабинете – да, а в моем доме не имеете права, да еще в присутствии малых детей. Мне положено. Милиционер привел понятых наших соседей. «Сядьте за стол напротив», – позвал меня начальник КГБ. Я сел, он начал писать. Затем сделал глубокую затяжку и с каким-то диким наслаждением выпустил весь дым мне в лицо. Вам должно быть стыдно так вести себя в чужом доме. Вы человек с высшим образованием. Зачем сами себя унижаете? Мы с тобой еще поговорим. Заносчиво пригрозил он мне. Приступайте к обыску, заторопил он подчиненных. Без санкции не делайте обыск, снова возразил я. И понятых не вовлекайте в беззаконное дело. Уверенные в своей правоте и безнаказанности, они тщательно обыскали каждую щель в доме и на чердаке. Заглядывали в печь, в поддувало, что-то искали в зале. Штырями протыкали землю в огороде всю духовную литературу, послания инициативной группы, переписанные мной книги Каргеля, несколько общих тетрадей со стихотворениями и гимнами, конспекты проповедей и духовных заметок, которые я составлял, читая Библию в Аркуте, фотографии, все изъяли. Я по неопытности не ждал обыска и не позаботился спрятать дорогие мне книги». В августе 1962 -го года гонимое братство облетела скорбная весть. В городе Николаеве скончался на допросе в КГБ служитель Божий Николай Самойлович Кучеренко. Узнав об этом и видя, с какой циничностью и злобой производил в моем доме обыск начальник КГБ города Николаева, я, молясь, приговорил и себя к такой же участи и принял внутреннее решение – лучше умереть, но остаться верным Господу. Предположения мои были не напрасны – Вскоре после обыска меня увезли именно в Николаевский КГБ. По металлической лестнице я поднялся на пятый этаж старинного здания. Следователь КГБ Гализдра вел меня в кабинет и добродушным тоном попросил: Бойка, нам нужна твоя автобиография. Времени у тебя много. Садись, спокойно напиши. Пригласив к столу, он положил лист бумаги ручку, а сам вышел. Стал я писать, а потом помолился, и сразу пришла ясная мысль в этих стенах знает не только мою, но и биографию моего деда и прадеда. «Ну, как пишется?» – вошел следователь проверить, что я делаю. «Не привык я описать такие вещи, да и для чего, не знаю. Она нужна нам, не спеша, восстановив памяти все пережитое и опиши. Мы тебя не торопим». И снова вышел. Я сложил листок, на котором начал писать, порвал на мелкие кусочки и бросил в открытую форточку. Они разлетелись, как снег. А сам мысленно молился. Слышу, по лестнице кто-то бежит. Открыл дверь дежурной военной форме. Посмотрел, что я сижу один, и так же быстро побежал вниз. Тихо. Я помолился. «Господи, умереть так умереть, но помоги мне остаться тебе верным». Послышались мерные неторопливые шаги. Вошел Галездра. «Написал?» «Да, отдай а мне». «Я порвал и форточку выбросил». «Лжешь». «Посмотрите». Он выглянул. «Там ничего нет». «По-видимому, собрали внизу». «Я должен тебя обыскать». «Пожалуйста». «Зачем порвал?» — спросил он, ничего не найдя. «Знаете, прежде чем сюда вызвать, вы знали все не только обо мне, но и о моих далеких родственниках». «А, ты вот как себя ведешь». Изменился он в лице. «Ну, пошли». Мы спустились на третий этаж, вошли в кабинет, где сидели замначальника КГБ и другой следователь. «Садитесь, Бойко». Сначала, чтобы я разговорился, задавали вопросы на отвлеченные темы. «Какая семья? Где работаю? Когда и как?» — уверовал. «А потом неожиданно. Где вы встречались?» — назвал фамилию арестованного брата, с которым мы обменялись адресами. На вопросы о моих единоверцах и о моем убеждении я отвечать не буду. Почему? Вы не имеете права вторгаться в мою внутреннюю жизнь, спокойно и уверенно ответил я. Бойко, мы знаем, что вы хороший специалист. Ваша фотография на доске почета. Почему вы не хотите дать нужную нам информацию? Допрос ведут в Николаеве, а фото в Вознесенске. Я уже ответил. Вы же воспитывались в советской системе, были секретарем комсомольской организации. Почему не хотите нам помочь? Скажите, вы встречались с Крючковым? Сколько раз были в Одессе? Отвечать на эти вопросы я не буду. Ты что, не знаешь, где находишься? Возмутился другой следователь. Знаю, в КГБ. Так вот, Бойко, отсюда тебя теперь ни один бог не выпустит. Если нужно, Господь и отсюда выведет. Мы знаем, что ты отбывал срок, где белые медведи, а сейчас отправим туда, где Макар телят не пас. Даже там, где Макар телят не пас, Христос своих овечек пасет. До каких пор ты нас будешь мучить? Стукнул он по столу кулаком. «Во трое, а я один. Как я вас мучаю? До каких пор ты будешь здесь плясать? В ярости стукнул он еще раз по столу. Я спокойно сижу на стуле. Бойка, мы тебе покажем. Продолжали они угрожать. «Скажите, пожалуйста, вы коммунисты?» – спросил я. «Да», – сбавив грозный тон, ответили они. «А кто для вас Ленин?» «Вождь». «А мой вождь Иисус Христос. И за него я готов не только страдать, но и умереть». «А вы, когда вас никто еще не гонит, извратили и нарушили все законы вашего вождя, и декрет, и конституцию». И стал по памяти цитировать основные тезисы из декрета. Затем прочитал выдержки из брошюры академика Струмилина ⁇ Бог и свобода ⁇ изданной в Москве в 60-м году. Это пишет ваш человек. У нас демократия, с нисходительным тоном сказал следователь. Почему же вы тогда говорите, что Бога нет на площади, а верующим даже своих детей запретили приводить в молитвенный дом? От Львова до Владивостока все магазины переполнены атеистической литературой, но ни в одном не найдете христианской газеты или книги. Почему? У нас социалистическая демократия, и это нужно понимать. Вы истолковываете ее, как вам удобно. Два дня прошло в таких беседах. На время обеда меня отводили к дежурному. Рядом лестница в подвал. Там, наверное, мучили брата Кучеренко, предполагал я, и внутренне готовился к той же участи». Вечером второго дня следователь привел меня в свой кабинет на пятый этаж, а сам ушел. Через время ввел мужчину и женщину понятых. Я вас пригласил с улицы для того, чтобы вы, как свидетели, подписали акт, что этот человек отказывается давать какие-либо показания. Пока следователь составлял акт, я разговаривал с понятыми. Я верю в Иисуса Христа, а они... — указал наследователя, — «вмешивается в мою внутреннюю духовную жизнь, не имея по закону на это права. К тому же церковь отделена от государства». «Неужели вы такой молодой и верите в наше время в Бога?» – удивлялись понятые. «Я продолжал рассказывать о себе, о вере в Бога». «Прекрати!» – закричал следователь. «В стенах КГБ вздумал проповедовать». «Вы только напишите, почему я отказался от показаний», — попросил я следователя. Понятые подписали акт и ушли, а меня освободили только на следующий день утром. «У тебя есть деньги на дорогу?» — неожиданно спросил следователь. «Нет». «Вот тебе деньги на обратную дорогу и справка предъявишь начальнику по работе. И не думай, Бойко, что Бог тебя освободил. Это мы ради твоих четверых детей. Но это не последняя наша встреча. Мы тебя не оставим без внимания». Вернулся я домой, жена в скорби. Ее посетил служитель, перешедший в нашу группу из зарегистрированной общины. И сказал, все, Валя, Николай не вернется. Оказывается, его в тот же день, что и меня, вызвали в городское отделение милиции. Какие беседы с ним вели, чем угрожали, он скрыл. Его отпустили в тот же день, и он сразу вернулся в зарегистрированную общину. Покаялся, что ходил к отделенным, и его приняли, но уже не служителем, а рядовым членом церкви. О своих беседах в КГБ я рассказал церкви. «Как будем жить дальше?» – спрашивали меня. «Будем ли продолжать собрание?» Богослужение мы не отменили. Церковь росла, дети славили Господа. С благовестием села мы продолжали ездить. Из проповедников, можно сказать, был один я. Нам угрожали, нас гнали, но нашу ревность по Боге никто не мог угасить. Все пламенели любовью ко Христу. Церковь знала, что я приговорил себя к смерти. Если страдать, так страдать. Если умереть, так умереть. Только бы остаться верным Господу, убеждал я братьев и сестер. Глядя на мою искренность и готовность, все были бодры и не унывали. Духовному росту общины содействовало и посещение одесских служителей. Они совершали у нас вечерю Господню. Иногда нас посещал старший пресвитер всех Б по Одесской области Квашенко. Он предупреждал церкви, гонимого братства, о грозящих опасностях. Рассказывал, какую неприглядную работу проводят служители всех Б, и что они совместно с гонителями готовят против истинной церкви. Сообщал о рядовых верующих, которые сотрудничают с органами власти. Все так и было. С 62 по 68 годы я находился под пристальным вниманием сотрудников КГБ. За моим домом велась постоянная слежка. К этой работе подключили даже соседей. Поскольку я работал в домоуправлении, которое располагалось в здании горсовета, то прибывшая из Николаева группа работников КГБ для наблюдения за мной работала и отдыхала в одном из кабинетов горсовета. Как только я появлялся, они пытались вступить со мной в разговор. Им, по-видимому, было поручено приглашать лекторов атеистов, чтобы переубедить меня, бывшего атеиста и комсомольского работника. Я потерял счет, со сколькими лекторами беседовал. Господь научил меня не полагаться на свой разум, а постоянно пребывать в молитвенном общении с Ним. Мысленно я всегда вызывал Господу и полностью полагался на Него. Слово, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Марка 13,11 Вызывает ли на лекцию или ведут в кабинет на беседу, и думалюсь, сижу, молюсь. Идет беседа, я в непрерывном контакте с Господом. Боже, дай им понять, что они имеют дело не со мной, ничего не знающим человеком, а с Тобой. Прославь свое великое имя. И Дух Святой по своему верному обещанию приводил в ничто их безбожные доводы. «Как поживаете, Бойко?» — приветливо спросил меня лектор. Рядом стоял второй. «Слава Богу!» Неужели вы, советский человек, учились в советской школе и верите в какого-то Бога? Не только верю, но знаю и глубоко убежден, что Бог есть. Космонавты поднялись в космос и никакого Бога не видели. Меня это ничуть не удивляет. Почему? Весь мир торжествует. Вы опускаетесь глубоко в недра Земли, поднимаетесь высоко в космос, а свое сердце, что под рубашкой, не знаете, а хотите увидеть Бога. Если бы он был, то космонавты увидели бы его. Скажите, у вас совесть есть? Есть, отвечает. И разум? И разум есть. Тогда покажите мне вашу совесть и ваш разум. Если не покажете, то кто вы тогда? Лекторы молча переглянулись. Хирург с мировым именем может тщательно исследовать всего человека, но ни любви, ни страха, ни ума, ни совести, ни памяти не найдет и следа, в том-то и дело, что человек не только материален, но и духовен. Поэтому вы не можете мне показать ни совести, ни ума. И Бога, дорогие мои, вы не можете увидеть физическими глазами. Он нематериален. В Библии сказано, Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Другой коммунист в беседе со мной утверждал, что он верит лишь в то, что видит. Вы же себя обманываете, остановил я почтенного человека. Скажите, вы Ивана Грозного Петра Великого видели? Нет. Но верите, что эти люди когда-то жили? Верю, потому что история о них говорит. И о Боге ясно, доступно, обстоятельно повествуется в Библии. Поэтому мы верим в его существование. Да и вообще человек многое воспринимает на веру, потому что в нем есть душа. «Никакой души нету», – поучительно возразил коммунист. «Бог устроил нас так, что мы можем говорить и мыслить одновременно. Я не знал, как разубедить его, и мысленно возвал к Богу, и он помог мне. Перед нами за окном росло красивое дерево. Будьте добры, скажите, это дерево живое?» «Ясно, что живое. И мы с вами живые. Но какая разница между деревом и нами?» Мой собеседник на минуту задумался. Я вам напомню очень простую истину, которую вам и мне преподавали в школе. Человек – одушевленный предмет, а дерево – недушевленный. Значит, есть и у вас, и у меня душа, и она бессмертна. Этот высокий в обществе человек, конечно, знал эту элементарную истину. Но враг душ человеческих через засилье атеистического воспитания вытравил в людях простое и верное мышление». Вознесенская незарегистрированная община была частью гонимого братства, духовное побечение, о которой нес Совет Церквей. В наших краях проходили совещания служителей Совета Церквей и областные общения. Меня, как ответственного за Вознесенскую церковь, приглашали на эти общения, и я старался не пропустить ни одной встречи. Церковь наша участвовала в ходатайствах об узниках, но о майской делегации 66-го года в Москве я не знал, поэтому там и не был. Позже я узнал, как поступили гонители с верными защитниками дела Божьего, отстаивающими независимое от мира служение церкви. В 67 году, в конце апреля, меня, еще одного брата и двух сестер вызвали в Горсовет. Работник КГБ из Николаева предупредил нас. Если вы еще раз соберетесь на свои моления, и мы услышим, что хотите устроить митинг, мы вас найдем и арестуем. А тебя, — указала на меня, — в первую очередь. Собрание не прекратим, это наше право. А судить — судите, это ваше право, — ответил я. Запомни, Бойко, я с тобой разговариваю последний раз. Панькаться с тобой я больше не буду. В этом я тебя уверяю. Жестко и категорично оборвал меня работник КГБ. Кто бы мог подумать, что слова этого грозного человека так быстро сбудутся? Действительно, тот наш разговор для него был последним. 1 мая, после демонстрации, он повесился в своей квартире. Его похоронили без всяких почестей. Мы, дети, любили рассказывать стихотворения в собрании, хорошо их запоминали. Когда я возвращался с работы, они рассказывали мне, кто что выучил за день. Весной 68 -го года старшая дочь вложила в учебник листок со стихотворением «Бог есть» и пришла с ним в школу. Одноклассники каким-то образом взяли его и, передавая один другому, с интересом прочитали. Потом стихотворение попало к преподавателю. Та огласила его в учительское, и, конечно, она оказалась у директора школы. Он меня и вызвал по этому поводу. У вашей дочери нашли стихотворение религиозного содержания. Зачем она принесла его в школу? Вы знаете, что у нас в стране школа отделена от церкви. Я не заставлял ее это сделать. Она, по-видимому, забыла выложить этот листок. У нас религия не запрещена. Молитесь вы, взрослые, но не навязывайте детям своих убеждений не запрещена религия только на словах, а на деле за веру в Бога в тюрьмах и лагерях находится много верующих именно в наши дни. Некоторых верных христиан, таких как Николай Кучеренко из Николаева, и Хмара Николай из Кулунды замучили за веру. «Не может быть! Не может быть!» – удивлялся и рабел от моих рассказов директор. Я сам был некогда атеистом, а потом, будучи в плену, нашел листок с молитвой «Отче наш». Стал молиться этой молитвой, и Бог меня услышал и ответил на мои просьбы. После этого я уверовал в Него. Теперь у меня и жена, и дети верующие. Но меня без конца преследуют за веру сотрудники КГБ». Для директора это было большой и страшной новостью. Он не мог поверить моим словам. В этом же 68-м году я однажды отлучился из дому, чтобы отремонтировать насос по просьбе верующей сестры. Только я расположился, прибегает дочь. «Папа, тебя просит прийти какой-то дядя». Я вернулся. «Николай Ерофеевич», — встретил меня мой начальник по работе, — «срочно нужно подключить водопровод в новый дом». «Все наземные городские коммуникации я знаю, но за эту трассу несут ответственность монтажники. Вторгаться в их работу я не имею права», «Вы только покажите, где можно подключиться», — настаивал он. Я сел в его машину, и мы поехали. Осмотрев люк, я досконально объяснил начальнику, откуда и как провести водопровод в подвальное помещение нового дома. «Выходим с ним из подвала», — стоит начальник ККБ города Вознесенска. «О, Бойко!» И прямо на улице задает мне один вопрос, второй. Я отвечал. «Бойко, вы прекрасный специалист, хороший семьянин. Зачем вам верить в Бога? Мы можем дать вам хорошую квартиру». «Благодарю. У меня свой дом, 6 на 9. Лучшего мне и не нужно». И снова вопросы и ответы. Задал и я ему вопрос. Он на удивление признался. «Знаете, Бойко, я некомпетентен в этих вопросах. Хотите, я могу устроить вам диспут с лектором?» «Диспуты были при Луначарском, а сейчас их нет». Я все могу устроить, только согласитесь. А после диспута вы меня и сложив пальцы показал решетку. Нет, что вы? Заверил он меня. Наш разговор слышал мой начальник. Иван Иванович, обратился он к работнику КГБ. Я сто человек не променяю на одного бойка. Он избавил нас от всяких ЧП. Чрезвычайные происшествия. Сколько было неисправностей до его прихода, все устранил. Он не пьет, не курит, не ругается. Весь город его уважает. Где какая авария, он даже ночью тут как тут. Знаю, знаю, что он хороший человек. Одно его портит, он верит в Бога. Это было в субботу. На следующий день воскресенья я поехал на велосипеде на собрание. Учитывая, что за моим домом неотступно следят, я, сбивая ориентир наблюдателей, поехал в противоположную сторону. Объехал несколько кварталов и, убедившись, что за мной никто не следует, подъехал к дому, где намечено богослужение. Муж верующей сестры позже рассказывал, что примерно с 11 часов утра сотрудники милиции на машинах разыскивали, где собрались верующие. Только в первом часу дня, когда кончилось богослужение, они нашли нас. В этот день к нам приехала одесская молодежь. На собрании детей было больше, чем членов церкви. Благословенное служение закончилось, кое-кто ушел. Остались молодежь и несколько детей – и вдруг милиция. А с ними начальник КГБ города Вознесенска Иван Иванович и его сотрудники. Заглянув в зал и убедившись, что я там, он вышел. Начался обыск. У верующих вырывали из рук духовную литературу, проверяли документы. «А это молодежь откуда?» Указывая на одесситов, поинтересовались работники спецслужб. «Это наши друзья во Христе. Чтоб вас здесь не было!» пригрозил им. А меня посадили в милицейский бобик и доставили домой. На крылечке сидел мой брат и жена с детьми. Они раньше меня пришли в собрание. Сотрудники КГБ и милиции смело вошли в дом. «Начинайте обыск», – распорядился сотрудник КГБ. «И опять без предъявления санкции?» Привели понятых, произвели обыск. У меня, кроме Библии и гусли, до да общей тетради со стихотворениями ничего не было. 62 -го года в моем доме прошел не один обыск. «Ну что, берем его?» – уходя спросил сотрудник милиции у начальника. Работник КГБ отрицательно качнул головой. «Я понимал сложившуюся вокруг меня обстановку. Попытки переубедить меня с помощью лекций не дали нужных им результатов. Я от веры в Бога не отказался и они решили меня изолировать. Два месяца спустя после обыска, 20 июня 1968 года, я встал рано с тревожным сердцем. Подходя к спящим детям, я над каждым помолился. Валя, войдя в комнату, все поняла. «Дорогая, подошло время моего ареста, о котором я тебе говорил еще до брака. На кого же ты оставляешь семерых крошек?» Жена ожидала восьмого. Валечка, я отец, но силы мои и возможности ограничены. Поручаю вас Богу Всемогущему и Всесильному». Жена заплакала. Мы помолились вместе, поплакали, и я пошел на работу. Только я вошел в мастерскую, мне сообщили, что вызывает начальник. В его кабинете меня ожидали два незнакомца. «Хотят с вами побеседовать», — сочувствующе взглянув на меня, сказал начальник. «Они пригласили меня в машину, привезли в прокуратуру и начали беседу». «Неужели вы в наше время верите в Бога? Я убежденный христианин. Зачем вам нужен Бог? Вы отличный специалист. Вам могут дать приличную квартиру. Извините, променять вечную жизнь на временную, как бы хороша она ни была, никогда не соглашусь. У вас столько детей, хотя бы их пожалели. Мои дети под опекой Отца Небесного». Сотрудники КГБ неоднократно напоминали мне о детях, и я подумал, не намерены ли они отнять их у нас, ведь ни у жены, ни у меня не было таких родственников, которые могли бы взять их на попечение. Я возложил упование на Господа и в отношении детей. Ну и фанатик же ты! Резко изменили тон разговора, сотрудники. Молись сам, хоть лоб разбей, но сиди дома процитирую вам выдержку из Евангелия. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». «Общение – неотъемлемая часть моего служения Богу. Не посещать собрания я не могу. Это равносильно неверию в Бога. Ходил бы в православную церковь. Там мне нечего делать. Тогда шел бы в зарегистрированную. Буду ходить туда, куда мне Господь велит» в таком случае будем тебя судить. И по какому же закону? Конституция гарантирует каждому свободу вероисповедания. По постановлению 23-го съезда КПСС. Сколько по таким постановлениям без вина уничтожали людей, а потом посмертно реабилитировали. Во время культа личности перегнули палку – вы ее и сегодня перегибаете. Придет время, и как вы сейчас признали эти перегибы, так и тогда своими устами подтвердите, что поступали со мной вопреки закону. Поэтому ни на один вопрос, касающийся моих убеждений и моих единоверцев, я отвечать не буду. Не задавайте эти вопросы. Будешь, строго и властно произнес начальник КГБ. Не буду, заставлю, закричал он в ярости и вскочил. Не всех вам удавалось заставить. «Заставлю. И на все, что мне нужно, ответишь. Извините, но если эта стенка вашего кабинета белая, вы никогда не заставите меня сказать, что она черная. Не таких заставляли. Не угрожайте мне смертью. Что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Уведи его отсюда», — приказал он дежурному. Я никогда не считал себя смелым и ясно осознавал, что по молитвам церкви Бог посылал мне мужество, не боясь разговаривать с недругами тела Божьего. Господь явно укреплял меня и давал силы приговорить себя к смерти.